82 тысячи человек получили распоряжение об эвакуации в результате очередного лесного пожара в Южной Калифорнии. Огонь вспыхнул на горном перевале Каджен-Пас и распространяется очень быстро из-за сильного ветра. В борьбе с огнем задействовано около 700 пожарных. Совсем рядом проходит трасса, соединяющая Лас-Вегас с Лос-Анджелесом. Один из участков дороги пришлось закрыть. В то же время в иссушенном засухой штате продолжают полыхать еще несколько крупных пожаров. С некоторыми удалось справиться. Вот что осталось от городка Лауэр-Лейк на севере Калифорнии, примерно в 150 километрах от Сан-Франциско. Здесь сгорело 175 домов. В данном случае сгорело все. Трава, вся растительность, дома, магазины. Пожар пронесся по центру города. Взорвалась и цистерна с пропаном. Мы старались как можно скорее потушить огонь из земли и с воздуха. Я потерял частичку калифорнийской истории. Здесь сгорело 5 домов. У меня был еще один старый дом, построенный в 1888 году. Он тоже сгорел. Огромная трагедия. Эти дома было невозможно спасти. Они выгорели подряд. Сгорела винодельня, сгорели места, которые я знала столько лет, знала их владельцев. В настоящее время в Калифорнии продолжает полыхать более 10 крупных пожаров. Ситуацию усугубляет сильная засуха, охватившая регион в последние годы.